Василий Швец провел выездной прием граждан. В Доме культуры станицы Гастагаевской собрались местные жители, которые озвучили мэру Анапы волнующие их проблемы, о чем говорили и что решили, далее в сюжете. Был поднят вопрос расположения земельных участков, выделенных еще 10 лет назад для многодетных семей. Частично земли находятся на болотистой местности. Мэр Анапы поручил управлением ЖКХ и капитального строительства продумать, как можно решить вопрос с водоотведением, просчитать стоимость работ. Также жители попросили отремонтировать к началу учебного года улицу Набережную, по которой дети добираются в школу. В этом году в станице запланировано асфальтирование участков улиц Набережной, Колхозной и Свободы. Василий Швец поручил управлению ЖКХ взять эти работы на особый контроль и завершить до 1 сентября. И не только по Гастагаевской. По Гастагаевской, в частности, все, которые у нас эти работы есть, нам нужно максимально завершить до 1 сентября. Там, где тем более идет вопрос о социальных или о доступе к социальным объектам. Все хорошо. Посмотрите сейчас быстренько, правильно. Распределите все свои силы. А еще мэр Анапы поблагодарил станичников за активное участие в рейтинговом голосовании в рамках проекта «Комфортная городская среда». Он отметил, что они голосовали активнее всех и в результате победил проект реконструкции парка и стадиона в станице Гастагаевской. Мы активно приняли участие в голосовании «Комфортной городской среды». 4 населенных пункта у нас соревновались между собой. Гастагаевская выиграла. В следующем году вы голосовали больше всех и активнее всех. В следующем году, сейчас у нас уже идет стадия проектирования, как это называется, визуализация, концепция, в общем, дизайн, наверное, как это будет выглядеть. И в следующем году мы планируем до конца года, я буду с своим коллегом ставить, это Алексей Геннадьевич, мой начальник управления ЖКХ, наш коллега, чтобы до 1 сентября мы постарались в следующем году уже все эти работы по реконструкции нашего с вами красивого парка центрального завершить. Также Василий Швец сообщил, что по просьбам местных жителей решен вопрос о строительстве универсального спортивного комплекса на улице Лозовой. Выделен земельный участок. В этом году начнется проектирование объекта, чтобы в следующем приступить к строительным работам. Олеся Давыдова, Мария Величенко, 39 канал.